одеваемся, лезем купаться. Всех с Новым годом. 2 января. Севастополь. Где все залез? Ага. Еще все гулять. Вот тут вот даем, да? Чего ты мог купаться-то, да? Оказывается, не всегда. Думал, что я пошутила, да? Все, буду одеваться. Ты постой там, я буду. Да я уже тут постою, не перед камерой же. В своих трусах. Это норма. Совсем уже не снимаю. Ты там много, да, гуляешь? Ловите, что с Новым годом.
я сходишь по лигу. Да. Это кем? Он почему ходил? Давно уже здесь. Вдвоем, не я один, так что. А я давно дома не буду на рыбалке. Ну, неделю три уже. Все, это с грибами ездили. Буду уже 4 дня, я сейчас не знаю, чем заняться. Думаю, может на Саш, привет! Посидим, отдохнем. Правильно. Сейчас я его не стал так голосовать, по-моему, дядь Вова, как Миша по-другому. Я не стал называть его по имени. Опять он мне сейчас не перенесет. Если бы был грёвок то какой-то, но когда вообще нет ничего, это же вообще жесть. Чего сидеть-то? Как надо одеться так, чтобы сидел в комфорте? Да какие-то, если покупать костюмы, то надо они дорогие, блин, все. Там один только штаны стоит 8-12 тысяч рублей. Я же не говорю, так вот, два полностью закрытая, это, в общем, такая, это рыболовная, там, там надо, ну, как бы с ногами одеваете, так вот, как комбинезон, то есть там будет целиковый сплошной. Те вообще видел, там тоже 28-32 тысячи. А, так есть, мне что-то? Но я не уверен, что они... Понадобятся? Да. Вот, даже на ветре поехать там, на самом-то покататься. Ну да.
компания сейчас так вообще. Размарить. А он что еще готовит? Да, стоять. Ты хочешь филе взять? Пойдем по краю. На море посмотрите. Он должен потом еще купаться. Пошел, взял. Что он там? Где-то по сети, наверное, лиду вылазил. Да, разъехал. Да, прям там. Если он ел, чтобы его запрыгнуть. Сегодня домашние будут рыбу есть, да? Тут 5 мамазов, вот тут я видел точно. Болтаться. Вот и подводная охота. Пробку раздета. С костюмом стоит. Это костюм такой. Да. Кажется, как бы стоит. А? Да, листок вот такой тоже жжет какую-то пластмассу. Так вот, не костром пахнет таким, древяным. Море, море, море. Морюшка. А раньше был я заядлый рыбак. Ну, видишь, как я ходил. Блин, меня аж трясло. Блин, так, на рыбалку там не сходить. А сейчас как-то. Как-то нету уже никакого желания идти. Вот, это какая-то рыбалка, действительно.
Ходить теперь в соплю морозится. Это не хочется. Он бы посрать смотрел, то есть, видишь? За кучу камня, я ему за стул, что валяется. Те же, кто и ходит. Те же, кто и ходит. Все удивляются. Вот ты приходишь на море, ты несешь пакет, тебе не тяжело. А когда ты его возвращаешь, ты идешь с ним, вот это вот вроде бы тоже самый пакет, но так же как бы остается для тебя. Но почему как ты все это побросал и оставили. Сами там вся на основе бросит в это место. Но потом где бы все, на кучу мусора, там там же. А вот еще Новый год встретили. Ну слава богу, что он прошел. Могут и не это не могут выйти, а это все тоже это тяжело. Когда ты не дашь, потому что мне сейчас только может оставалось, да? Оставалось. Да, как в сказке точно, вот эти. Сопли морозится. Сейчас с тобой сравним, там на краю свою фотографируем. Тут палку смотрю. А? Я тоже не накрашен. Здесь кто-то постоянно рыбу ловит, на том месте сидит.